Здравствуйте, это новости в студии Петр Завьялов. Смотрите в выпуске. Поддержка будущих мам и родителей в одиночку воспитывающих детей. В республике начали принимать заявления на новые денежные выплаты. Транспорт для медиков. Врачи больниц получили 20 новых автомобилей. По каким маршрутам будут ездить новые машины? Оздоровление окружающей среды в Ижевске приступили к реализации нового экопроекта. Какую экономическую выгоду он принесет? И что можно делать из шлама? Школьники Удмуртии придумали полезное применение для отходов сочистных. Пенсии, ежемесячные перечисления из маткапитала, а также другие социальные выплаты теперь будут переводить только на карты МИР. Это не коснется тех, кто пособия и пенсии получает на счет, не привязанный к карте или через почту. Об этом сегодня напомнили в Пенсионном фонде. С 1 июля в силу вступает ряд изменений. Так, собственникам квартир и домов не придется платить за установку, обслуживание и замену приборов учета электроэнергии. Теперь этим будут заниматься поставщики и сетевые компании. Сегодня вступает в силу запрет на иностранное гражданство для государственных и муниципальных служащих. С июля начинается углубленная диспансеризация тех, кто переболел коронавирусом, а в нашем региональном Минздраве ждут выпускников медицинских вузов, готовых продолжить обучение в ординатуре. Прием на целевой набор продлится до 4 августа. И сегодня начался прием документов на новые выплаты для будущих мам и родителей в одиночку воспитывающих детей. Это новая мера поддержки, установленная по инициативе президента страны. Кто имеет право на нее и как подать заявление, расскажет Анна Ковырзина. Ижевчанка Олеся Лилюк работает на автозаправке и одна воспитывает двух сыновей. Мальчишкам 9 и 14 лет. Чтобы обеспечить детей всем необходимым, ей приходится брать дополнительные смены. Часто маминого дохода семье не хватает. Старший сын у меня был в сборной по дзюдо, и, к сожалению, на какие-то сборы, на выезды у меня не было возможности обеспечить ему. В связи с тем, что он учится в IT-классе, они выезжают в Казань, в город. На этот выезд у меня тоже не всегда есть возможность ему обеспечить. Пусть это и раз в год, но суммы достаточно значительные. Поэтому сегодня Олеся одной из первых подала заявление на новое ежемесячное пособие. В Удмуртии это чуть более 5000 рублей. В поисковике я сразу ввожу от 8 до 17 лет. Заполнить заявление можно на сайте госуслуг или в отделении Пенсионного фонда по месту жительства. Рассчитывать на новые выплаты могут одинокие мамы и папы, а также опекуны детей-сирот. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума. В Удмуртии эта сумма составляет 10 465 рублей. Те ежемесячные пособия на ребенка, которые мама получала ранее, в расчет не идут. Сумма дохода считается за год. Допустим, сегодня вот у нас 1 июля, мы отсчитываем 4 месяца. Это у нас получается доход предоставляется с марта 2020 по февраль 2021 года. То есть за год, предшествующий 4 месяцам. В доход входят все виды заработков, компенсаций, стипендии, алименты, дивиденды. То есть абсолютно все доходы. Учитывать будут и имущество. Так откажут в пособии владельцам больших квартир, если площадь на одного человека там превышает 24 квадратных метра. Если семья владеет двумя и более садовыми участками или автомобилями, она тоже не вправе претендовать на новые выплаты. Те же условия коснутся и беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. С 1 июля им полагаются 5500 рублей ежемесячно до момента родов. В Пенсионном фонде посчитали, сейчас в Удмуртии на новые выплаты претендуют 5000 будущих мам и 34000 родителей, воспитывающих в одиночку детей. Анна Ковырзина, Юрий Зелененький, новости. И традиционно с 1 июля в регионах страны повышаются тарифы на коммунальные услуги. Практически по всей республике рост платы за услуги ЖКХ не превысит 5,4%. Это предельный индекс, установленный для республики. Однако в Ижевске, Глазове, Воткинске и частично в Завьяловском районе повышение платы будет более значительным, в основном за счет тарифа на воду. В этих населенных пунктах большой износ сетей и дополнительные собранные средства позволят частично решить этот вопрос. Если приборы учета установлены в квартирах, то средний размер платы вырастет порядка 30-50 рублей. То есть это на воду, горячую воду и водоотведение. Поэтому это касается города Ижевска.
Если мы говорим про город Воткинск, там повышение будет на 15%, тоже из-за воды. В Минстрое подчеркнули, во всех 5 муниципальных образованиях, где тариф превысил максимальный индекс, реализуются инвестиционные программы, которые предусматривают качественное улучшение систем водо- и теплоснабжения. Прежними останутся тарифы на вывоз мусора. А Ижевский водоканал приступил к строительству очистных сооружений для повторного использования промывных вод. А со вводом их в эксплуатацию город решит экологические проблемы, а предприятие сможет сэкономить. Проект дорогой, но большую часть затрат взяла на себя федерация. Подробнее расскажет Альбина Валикжанина. Этот огромный котлован на станции подготовки воды Кама-Ижевск – будущее сооружение повторного использования промывных вод. По сути, здесь появятся новые очистные для воды, которые используют для промывки фильтров. Сейчас эту воду сбрасывают в речку Октябринку. Этот факт уже давно возмущает экологов и горожан. Та вода, которая использовалась для промывки самих отстойников и фильтров, она уже не возвращалась в цикл технологический и, естественно, представляла собой при сбросе в окружающую среду в определенной степени угрозу для экологии и для качества окружающей среды. Чтобы попасть на станцию водоподготовки, вода из Камы проделывает огромный путь длиной более 50 километров. Далее она проходит двухфазную очистку – осветление и фильтрование, а перед каждым из них – обработку реагентами. 10% подготовленной очищенной воды уходит как раз на промывку. Это огромные энергозатраты. Новое сооружение позволит решить сразу две проблемы – экологическую и финансовую. Данная технология позволит нам собирать эту воду, отстаивать, перекачивать на дальнейшую доочистку. Тот осадок, который у нас останется, он будет подвергнут механическому обезвоживанию и в дальнейшем утилизирован. Вернуть повторно в технологический цикл в зависимости от сезона можно будет до 500 000 кубометров промывных вод. Для сравнения, этого бы хватило для водоснабжения города в течение 2 суток. Масштабный проект вошел в федеральную программу «Чистая вода». В этом году на его реализацию Ижеводоканал получил 127 миллионов рублей. Строительство рассчитано на 3 года. На предприятии надеются получить финансирование и на оставшийся период. А еще в этом году, согласно инвест-программе, предприятие приступает к строительству цеха для получения нового реагента, которые будут использовать для очистки прудовой воды. При введении в эксплуатацию нового объекта мы уйдем от использования свободного хлора, а заменим его на такой реагент, как гипохлорид натрия. Это позволит нам убрать из черты города склад хлора, что, в свою очередь, я считаю, очень важно, опасный объект. Уберем из города, ну и, соответственно, мы повысим качество очистки воды, сделаем ее более безопасной. Этот проект тоже 3-годичный и тоже дорогой. Нужно порядка 500 миллионов рублей. Совместно с Минстроем прорабатывается вопрос о его включении в нацпроект «Экология». Альбина Валикжанина, Юрий Зелененький. Новости. В июле в республике ожидают поставки вакцины «Спутник Лайт». Она однофазная. Напомню, об этом ранее сообщила вице-премьер республиканского правительства Эльвира Пинчук. Сейчас в республике прививают препаратами «Эпивак Корона» и «Спутник Ви». На днях регион получил партию в 4500 доз. По результатам выдается сертификат. Это документ, подделка которого запрещена. Об этом напоминают в МВД республики. При этом наказание предусмотрено и для тех, кто распространяет фальшивые сертификаты, и для тех, кто их использует. За продажу подделок можно получить срок до 2 лет лишения свободы, за незаконное их применение – до 1 года. А автопарк медиков республики сегодня пополнился на 20 автомобилей. Куда разъехался новый санитарный транспорт, знает Наталья Байгозина. Уже завтра эти 20 новых автомобилей заменят в районных больницах республики старые «Жигули» и «УАЗики». Закуплены они в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Их главная задача – улучшить не только качество медобслуживания на селе, но и облегчить условия работы медикам. Сарапул очень город специфичный и достаточно растянутый. У нас 7 поликлиник. И эта машина нам нужна как воздух. Мы планируем, благодаря вот этой нашей красивой новой машине, организовать паллиативную помощь этой группе больных на дому.
Сегодня транспорт получают 14 районных больниц. Это уже вторая партия машин. В общей сложности до конца года будет закуплено 123 автомобиля. Медики отмечают, поддержка более чем значимая, тем более сейчас, в условиях борьбы с коронавирусом. Выездные бригады работают, да, вот ковидным выезжают, контактным выезжают, на вызова выезжают наши медицинские работники, которые поступают в вызова в поликлинику, поступают. Дальше анализы возим на этих машинах, биологические материалы возим в Ижевск на исследование. Эти машины очень нужны. На санитарных автомобилях оснащение сельских больниц Удмуртии в этом году не остановится. Также в рамках федеральной программы в регион поступят новые рентген-комплексы, маммографы и флюорографы. В первую очередь данная программа направлена на оснащение, в том числе тяжелым оборудованием, сельских территорий. Поэтому то оборудование, которое мы получим, в первую очередь поступит в районы нашей республики. Всего на поддержку сельских больниц в этом году будет выделено более 1 000 000 000 рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов. Запланировано на эти средства строительство ФАПа, 2 врачебных амбулаторий в Завьяловском районе, взрослой поликлиники в Воткинске и детской поликлиники в Можге. Наталья Байгозина, Павел Яскин. Новости. Сегодня в столице республики заработала единая диспетчерская служба штрафстоянок. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев. Всего в городе работает 7 стоянок, куда эвакуируют машины при нарушении водителям правил дорожного движения. У каждой был свой номер телефона. Это создавало трудности и для водителей, и для сотрудников ГИБДД. Теперь номер единый для всех 7 площадок. А ижевские школьники придумали новый способ изготовления строительных кирпичей из мусора. Проектом уже заинтересовались промышленные производства. Как работает новая технология, начинающие ученые рассказали нашим журналистам. В этом пакете у нас находится зола в концентрации 20%. Это у нас обычная глина, это вода. И при смешивании золы с глиной и водой мы получаем жидкий раствор, из которого мы уже изготавливаем кирпич. Научный дуэт ижевских школьников Алексея Перминова и Игоря Лагутина даже в каникулы химичит. Год назад ребята придумали новый способ, как изготовить кирпич. Внимание! Без отходов очистных сооружений, а попросту говоря, из мусора. Как правило, шлам с водоочистных предприятий копится годами. Его вывозят на полигоны твердых бытовых отходов. Школьники решили, это не лучший вариант для экологии и предложили свое ноу-хау. Мы придумали метод его утилизации, то есть сжигания, что уменьшит его объемы в несколько раз. А после сжигания осадка образуется зола, которую можно использовать как материал для производства стройматериалов. Мы же кварцевый песок заменили на золу в концентрации 10-15-20%. Затем мы это все сформировали в кирпичики, которые обработали в муфельной печи 150 градусов-200, 30 минут. А затем мы уже высушили их в обычной печи с градусом 1100. На 40 минут. Так у нас появились обычные кирпичи. В проекте пока всего парочка вот таких экспериментальных эко-кирпичиков. На вид и прочностью они не уступают привычным стройматериалам. Вообще идея производства кирпича из мусора – та отрасль, которая требует исследовательской смелости и технической смекалки, признает наставник школьников Полина Крюкова. Они как раз его только в марте сделали, изготовили. И на будущий год ребята планируют его как раз проверять на прочность, на хрупкость, на стойкость. Если будет все хорошо, то даже можно дом построить из него. Ну, в идеале, да. И все же главная идея проекта, считает наставник, это не производство кирпичей, а забота об окружающей среде. Экопроектом школьников уже заинтересовались специалисты Глазовского предприятия. Это проект, который наши наставники делают совместно с ребятами по заказу конкретных индустриальных партнеров. Я очень надеюсь, что те решения, которые ребята представляют, они в дальнейшем будут очень полезны нашим индустриальным партнерам и научным партнерам. Ребята уже призеры регионального этапа конкурса «Большие вызовы» и заняли 1-е место в республиканском конкурсе «Марафон проектов». Задача на ближайший год – проект усовершенствовать, чтобы заказчик принял его в разработку. Елена Обуховская, Юрий Зелененький. Новости. И сегодня в Грахово открылись юбилейные 30-е сельские игры. На традиционные летние соревнования съехалось более 1500 спортсменов со всех районов Удмуртии. Состязательная программа началась еще накануне. В этом году, помимо традиционных видов спорта, в нее включили соревнования механизаторов, дойеров и косарей. Специально к играм в селе был построен современный спортивный комплекс. Это футбольное поле, беговые дорожки, прыжковая яма, спортивные площадки для волейбола и баскетбола, трибуны на 800 мест и хоккейная коробка. Все подробности расскажем в пятницу в вечернем выпуске новостей.
На этом я с вами прощаюсь. Хороших новостей.